Максим Пихов, желаю тебе успехов. Мы начинаем мое очередное метал шоу. Посвящено оно моему проекту Domination Old School Death Metal. Вот. Смотри, тебе будет интересно. Максим Вихов, желаю тебе успехов. Сегодня я буду рассказывать о своем проекте Domination, альбоме Covenant with Death. Вот. Все началось в 90-м году. Начинаем. Вчера я создал группу, посвященную Domination, Old School Death Metal, Ukraine, Kharkiv, 90-99, RIP. Вот. Все это начало рассказывать потому, что на Metal Archive'ах написали, то есть я указал все эти даты, мой знакомый указал, да, Молох, Серега, еще там другие люди указывали, помогали мне. Вот. Но кто-то взял и исправил на 2017 год. А это репрессы все. Вот, поэтому я и рассказываю о всех своих проектах. Вот, это, значит, вот я разместил такую фотобошку. Пока здесь только 5 участников. Дякую, Metalheads. Так, вот, значит, я... Вот это я, короче, сделал ее белой. Салют, Metalhead! Сегодня, это 14 годин тому назад, я написал у своей группе на Фейсбуці. Салют, Metalhead! Сьогодні 24, що там у нас? Жовтня, день выборов уже tomorrow, завтра. Каждый из нас завтра сделает свой выбор. Ну, это понятно, да. Новости о моем проекте Torn Apart Band смотри здесь. Ну, короче, там ссылки на группы, да. Не буду это самое... Ты переходи по ссылкам, там, короче, вот. А про эти Gigabyte Band смотри здесь. И тут две ссылки. Одна на музыканта Gigabyte, а другая на группу Gigabyte. Сколько времени прошло, а проблема как была, так и осталась на моей страничке Metal Archive. Да. Ну, я на нее зайти сейчас не могу, потому что у меня стоит защита. Этот сайт считается опасным почему-то. Раньше считался нормальным. Вот, этот сайт не может обеспечить безопасное соединение. Ну и хуй с ним, блин. Где все настоящие даты, о которых я сейчас рассказываю, кто-то из модераторов взял и назвал фейком. Написал свои даты. Получается, что на этих архивах не совсем правдивая информация. Некоторые писатели, в кавычках, пишут неправдивые книжки о нашем отечественном андеграунде, ссылаясь на этот источник. Я знаю некоторые группы, у которых также... возникли подобные моим недоразумения. Так что не советую верить той информации, которая там есть. Поэтому я начал рассказывать о всех своих проектах. И начал с проекта Angel of God.
ссылочка тоже приводится. 14 альбомов, там и компиляция. Всего 15 релизов. Теперь я расскажу о проекте Domination. О нем так же, как там написано, о нем там, о нем также там написано неправда на этих металлах. То есть там указана дата репресса, как перепресса в 2016 году. А первый пресс был в 99 году, да. Ну, обычный такой, ну, не знаю, как я вам рассказывал, именно такой, понятное дело. Там качества такого у меня не было тогда. А на обычной белой, ну, тетрадке, типа, и там было написано там ручкой Domination, там что-то там, какие-то молнии сверкали, там что-то такое, я не помню. Как оно там было, у меня уже ничего не сохранилось. Теперь я скажу о проекте, да, вот. Итак, сегодня я скажу про единственный релиз своего второго сольного проекта, который представляет собой компиляцию практически всех песен за весь период существования проекта, а это довольно существенный промежуток с 99 по 99. Включительно. Сварганил эту компиляцию в феврале 99 года. Вообще, проект я начал в 90 году и собрал несколько участников безударных. Кстати, вот сейчас покажу. Надо было подготовить, ну я не подготовился, да, я вот распиздяй, мне есть чем заняться, куча дел. Сейчас где тут, а вот Domination, я тут фотки собрал. Сейчас покажу этих чуваков, с кем я. А вот, кстати, вот вокалист, вот второй гитарист, это я гитарист, вот мы втроем. Вот гитара, это вот как раз. Вот мы в адском угаре в 90-м году, это я, это Макс Костенко, покойник, с вокалом, как у Наполдеза, да, это Дум живой пока еще, тоже была у него команда Хелесова Пята, ну, также он как, это я, вот, он из-за алкоголя, короче, так и ничего и не выступал нигде, и ничего не записал толком, и, короче, группа развалилась. Еще в начале 2000-х, ну, тоже его проблемы. А вот Влад еще был на басу, он лобал. Вот. Кстати, познакомился меня с классной командой МОД, безбашенная. Вот, кстати, да, на обложку можно поставить, блин. Может, так и сделаю. Это Икода, у которой я оставил все свои музыкальные инструменты. А именно вот этот вот такой, и там, короче, как было, вот тут, короче, был такой, типа, равнобедренный треугольник с фанеры, и на нем под каждые две струны стоял самодельный датчик, так, раз, два, три, вот, и подсоединялся. Вот, короче, да, то я отвлекся. Вот. Вот тут размещался и подключался через провод к магнитофону на перегруз. Вот такой звук получался. Очень даже такой похож чем-то на. Я, кстати, вот получил диски наконец. Вот диски покажу. Вот так все люди Пелопах получил. Вот, получил. Фигурочек, заказик. Вот, на вот эту группу. Корневую, да. Похоже чем-то. Ну, там, понятно, качественная. Там гитара, это же западная. А это у нас самодельные вот такие. Это 90-й год, 91-й, да. Вот такие диски я получил. Инкубус вот получил. Вот, короче, а вот то, что я слушал недавно. Комик-он. Ну вот, короче, вот так мы сейчас покажу. И когда у нее стали все мои инструменты, это я уже в начале 2000-х, по-моему, да, в 99-м, там, когда у меня,
это в 2005, по-моему, да. Это моя студия. Это я стихи пишу. Вот, сейчас покажу, где тут. Я уже показывал, надо было отдельно, это я, да, вот, вот от SDM, это Angel of God, да, футболочка у меня была такая, она. Вот, Doom, вот я, вот как и выглядели наши самодельные на перерыву с электрогитарой, мы тогда играли мод, короче, Влад нам предложил, типа, на басу, а мы, типа, вот, две ритмы гитары, это, на полдес мы, Harmony Corruption тогда тоже, Suffer the Children, да, там переигрывали тоже, да. Ну, короче, увлекались мы дизятиной, да. Slayer, короче, да, трешатиной. У меня тут Slayer был. Нет, да вообще нашивка была на куртке, я ходил. Slayer у меня с левой стороны или с правой, уже не помню. Была нашивка, я себе купил нашивку, и мать мне пришила нашивку, или я сам пришил, не помню. Вот, вот так вы, вот там датчик был раньше, а потом еще я же рассказал, вот тут было три датчика уже, вот тут вот, вот такой звук мощный получился. Вот мы, короче, в угаре, вот типа вот мы лобаем что-то там, или Domination, или вот, вот Макс, короче, Касаян, когда с вокалом, как парень Greenway, блин, давай, такая, у него мощный вокал, Баша был, вот, вот, план, Влад, на пасу, вот, как. Ну вот, вот там подская фотка. Ну все. Вот это Влад пригорел к смерти, блядь. Шутка, конечно. Вот эта фотка, то альбом можно поставить. Здесь мы, да. А ну, видеть, бесили. А, конкретно. Ты можешь ушлом выводки все. 2000 позапрошлые матушки, да. А это еще все фото третьи, вот эти халтеви, можешь посмотреть. А вот есть первым времен, да, там где-то и 2000 да. В среднем. Это вот я так в молодости. Был. Может тогда бухал, курил. Ну, помню, да, вот. Короче, в угаре мы. Так, вот, значит, вот, две гитары, бас и гроу. Пытался собрать группу, но совместно у нас была только одна песня «Грехопадение» The Fall. В основном мои коллеги тогда бухали и учились в разных оболванивающих заведениях совка. Ну да, я тоже учился в Хэмпте, Харьковский электромеханический техникум, вот это сейчас там Костенко познакомился, там тоже учился в параллельной группе, там мы учились на это факультете станки ЩПУ и роботопромышленные комплексы, короче, рабочие специальности дебильные, вот эту, эту песню я сам потом включил в свой сольный проект Angel of God One Man Project, потому что я ее сам придумал, в принципе, и все там гитарные ходы это мои, вот. При записи всех демок данного релиза использовал мафоны, колонки, микрофоны, самодельные электрогитары и драм-машину потом уже, да. Вот ты слышишь, как она гремит. Из примочки я использовал мафон на перегруз, да. Записывал на бобинный мафон модель, не помню. Сводил я все у себя дома на кассетнике фирмы «Маяк». У меня за период 90-го... У тебя будет опять эта болтовня. Сейчас мы... переключим. Вот. Вот, у меня за период 90 по 2000 год было много разных моделей, и не только этого бренда. Потом давал, как всегда, Саше, есть такой добрый человек. Здоровья ему. Вот. И он мне сводил, и он мне чистил
все релизы оцифровал на матрицу CD. Обложку на данную компиляцию делала Юля. Вот, ну вот сегодня я рассказываю об этом релизе, да. Вот. Я, у меня была картинку взял какую-то там. Это вот лейбл. Кавнат Виздес, да. Логотип. Потом я его перевернул. И получилось Cyber Max Digital. Да. Начало было вот так. А потом я его перевернул, да, сделал вот так. Короче, у меня я сам рисовал, кстати, сейчас покажу, где-то у меня оригинал есть. Ну вот, потом вот так сделали кассету. Была у меня кассета, диск тоже где-то. Вот, а это уже на 2016 году уже сделал мне Серега Молох. А вот, кстати, вот. Вот как выглядела моя... Вот этот самый. Оригинальный был эскиз лейбла, да. А вот, покажу еще раз. То есть я сам рисовал, сделал такое, типа получилось как будто какой-то Бэтмен, да? Ну, а что? Covenant with Death, что, нормально все. А, да, было сначала вот так, что-то я напутал. Это сейчас вот так, Cyber Max Digital. А было вот так, Covenant with Death, да, вот так прикольно. Оно тоже выглядит. То, что-то я напутал конкретно. Ну, тут без текстов, потому что тексты не помню. По-моему, текста вообще нету. Просто инструментальный death metal, да. Вот у меня за период с 90 по 2000 было много разных моделей, не только от этого бренда. Да, вот, кстати, да. И потом давал, да, Саше, ага, делала Юля, вот, ага, вот это самое. Думаю, некоторые песни с этого проекта переиграть в своем проекте Torn Apart. Этот релиз я сам реализовывал на кассетах и только недавно на аудиодисках. Да, вот это правда. Как репресс, эта компиляция была издана на Vibre Shackle Records. Вот, по вот этой ссылочке. Вот она. Вот, мы сейчас пришли. Вот, Domination Covenant with Death. Ну вот, задняя часть, там текстов нету. Стоит 6 евро, ну у меня дешевле, ну у меня 5 баксов. Вот, кстати, я тоже этот давно надал, думаю, перенескотемся хай-релиза, кран по DSDS, кран, ну типа Хайрекс, житель, да, купай катал, да, сету, да, сету, вот, и все так. Держи, напромку, ну да, пляс, вот же ссылка промка, я напром. А, ну и как на сцене, да, сейчас это накупить, за это, а, да, а пом 4. Да, не, можно, обратившись на 4 личку, уже зачем есть на аудиопакция. Слим DVD ко мне, диски с живу. Ну, цену снизу, потому что, да, если 50, сейчас я на это дохрил, потому что 200 гривен. И на коне, вот, и коне, цифровом формате, вейв, да, на пол. И на еще, сейчас же, 1990, это 990 гривен, да. Там вот еще на выступлениях. Кстати, пение на парт. Грют наш. То покупки Мадли нас обшила как доминей. А вон на уже три человека. Я видели. Вот Анатолий, кстати, Евген Цивиков. Кстати, тут пофоткал нас. Вот Станислав, это КПП. Респект. Друзьяки. Подивилися мене. Ну, а сейчас мы... А вот, кстати, да, этот самый плейлист Domination Old School, да. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Темы длинные. Тут такой вокал можно поставить. Может, это... Ну, у меня такого вокала нет сейчас. Вот. Так, сейчас.
хотел показать же здесь, да. А вот и наша дебют выступления. Вот сейчас услышишь. Вот. Тут Мадлен объявила нас, как сейчас вот будет. Очень провальное выступление в плане этого самого, как его. Вот. Твой напарь, дебют сет, to Club Ford. 22 ноября 2000 года, да, вот. Тут Тёма пьяный был, короче, начал выдумывать, что мы гринкове играем, короче, там толпа смеялась, короче, ну, блин. У меня тут напульсники смешные, блин. Зато звук классный был, скажу, да, потому что аппарат еще не нагрелся, этот Толик с финала организовывал. Готовы? Вот, короче, барабанчик у нас кинул, блин. А я не понял, а где это? Блин, припизанное. А где начало, я не понял. Да что за хуйня, блядь, где это Мадлен, сука, нахуй. Что, нету Мадлен тут, не понял. Наверное, я вырезал. А, подожди, сейчас мы тогда... Сделаем не так. Ну, короче, тут вот есть. Сейчас покажу Мадлен. У меня она есть. Если тут нет, то у меня есть, по-моему. Да вот, я себе сделал DVD-RIP. Вот, сейчас покажу. По-моему, тут она есть, да. Что я вырезал тут? Или нету? Вот такое, да. Вот там проблемы постоянные были с гитарой у этого. Тогда я на Джексоне играл. Ибанес я свой не взял. Вот, что-то пытался там похлопали. Или это тут, блин, я уже не помню. Или это на втором выступлении. А, вот. А, вот. А, вот Мадлен, да. А там Domination что-то непонятно. Вырезал, наверное, я, короче. А по ошибке назвала. Ну вот. То есть этот проект уже рип давно. А тут выдумали, что 2017 год. Типа, 2017 год это... Всего лишь вот переиздание кассеты, да. Мне Молох сам, Серега, Гордиюк предложил, говорит, Макс, я хочу издать все твои релизы. Ну, не все, конечно, но, блин, все вот эти 90-х годов в основном. Ну, и кое-что издал новенькое там. Вот. То, что ему сподобалось. То, что не сподобалось, он не издал. Вот, вот, поэтому... Не все есть на кассетах на этом лейбле. Торнапарта нету там первых альбомов и последующих. А, первых альбомов нету, да, почему-то. Не знаю почему. Вот, что он не захотел сдавать. Так что это он сам мне предложил, я согласился, что бы и нет. Велика ему подяка, друже. Дякую тобі. Вот. Ну что, следующее воскресенье. Я скажу о своем проекте Incest. Это уже Death Metal, Brutal Death Metal там, да, я его начал. Ну, об этом я уже расскажу. А, ну да, в принципе, чего бы и нет. Я его начал в
Я там в 2006 году. Да, кстати, вот я продаю кассеты свои на Улыксе. Вот, диски продаю, вот Хигевальд 200 гривен. Вот, Тойна Парт 200 гривен. Вот, чужие диски, вот, Диджи Колдун, Хигевальд, Энджел Дзет, Сплит 200 гривен. Вот, Энджел Гад 50 гривен, Инцест 50 гривен, Хигевальд 50 гривен. Вот, Торина Парт 50 гривен, вот, Энджер Авгад 50 гривен. Мне нравится альбом. Вот, Торина Парт 50 гривен, Доминион вот 50 гривен, да. Все кассеты по 50, да. Этого альбома я на диске не переиздавал. То есть он у меня есть. Вот, кассета Энджер Авгад, вот еще Someday We Will Die. А вот сейчас я покажу, как выглядит. Вот покажу сейчас, как выглядел Domination. Вот Domination есть. Как выглядел этот самый вот диск. Вот так выглядел. Ну еще с маленькими отверстиями есть. Вот как выглядел Domination Covenant with Death, да, вот. Как выглядела обложка, ну она цветная, понятное дело, это показываю черно-белое, потому что решил снять ролик в черно-белом свете, вот, короче, черти, он, типа, ведьма горит, типа, в огне, видите, палачи в шоке. Вот эти все песни, да, Еретик, Annihilation, ну, Еретик это, кстати, это как бы Сенджер оф Гад кавер-версия тут, можно сказать. Ну вот так вот выглядел. Все, по-моему, я больше не распечатал, да? Меня зовут Брахо. А вот эта песня сейчас будет. Я с барабанами сделал. Грехопадение The Fall. Вот так вот, вот так она выглядела в первозданном виде, да. Вот мы играли там две гитары. На вокале, по-моему, Макс там, да. Да, Макс. Вот так, как еще. Вот как выглядел еще. Вот еще как издание одно. Domination. Jewel Box, да. Оно цветное все. Вот так выглядел. Covenant with Death, да. Так выглядел диск. Выглядит диск, то есть тоже такое простенькое издание. На глянце, конечно. Вот мои все релизы, издания. Ну, не все тут. Вот уже сколько распечатано, продано, полно. Вот тут. Вот кассеты мои тут. Ну, вот. Так что следующий свой выпуск я посвящу проекту Инсерту. Дезметал, да. А ну, так, вот, кстати, вот, скажем.
следующий. Где же он с наследством и выпуск? Это танцы. Я не все схожу. Это что-то. Ну, ладно. Покажу. Уже. Ну, тенце. Вот, вот, да. Вот, дес. Это уже 2000-й год. Нахожу. Я, ну, девять, что-то они вот сейчас сосед. Куда-то они делись. Все. На мой. Ну, все. Чехол, подписывайся на себе канал. А пока, Макс, нет. Желаю тебе, Чехол, пока. Это, да, Игевальд. Пока-пока. Ложку. Все, сделка. Покупай куда заказ, качественным тебе любче с волки на качестве возвиной фуд еврики новый 49 не дорого, эксклюзив подарок, пока пока диск или давай будет выбор, это кассета.